Всем привет, мои дорогие! Рада вас видеть на своем канале Нафиса Уфа. Сегодня покупки из магазина Fix Price. Как всегда, по адресу город Уфа, улица Проспект Октября, 68/2, остановка Юношеская библиотека. Перед началом обзора хочу объявить о том, что на моем канале будет конкурс. Конкурс на Fix Price. И то, что сегодня я купила, у меня вот такой целый огромный пакет, так что оставайтесь со мной посмотреть, что же я сегодня купила. И то, что лежит, одна вещь будет разыгрываться в конкурсе. И, конечно же, я все-таки добавлю дополнительные небольшие призы. Все условия я буду говорить в конце ролика. Вот, как всегда, конечно же, это быть подписчиком моего канала. И решила я сегодня, купив новинку в фикс-прайсе, порадовать моих красавиц. Поэтому я думаю, что вы будете очень рады. Кто-то давно ждет эту вещь. Я уж применяю слово «вещь», поэтому пока не говорю, что это такое. А далее я, наверное, перейду в другой формат, так как многим не нравится, сказали, что отвлекаются на меня и не видят товар. Я сделаю формат обзора именно на вещи, которые я купила. Так что оставайтесь со мной! Думаю, вы уже слышали о сервисе умных покупок Smarty Sale. Простейшая регистрация на сайте дает доступ к высоким ставкам по кэшбэку популярных интернет-магазинов. Устанавливайте расширение для вашего браузера, чтобы не упустить ваш кэшбэк, который начисляется автоматически в валюте вашей покупки. Минимальная сумма для снятия практически отсутствует. Выплата мгновенная. Хоть на вашу банковскую карту, хоть на счет мобильного телефона. Регистрируйтесь и экономьте деньги на ваших покупках. Ссылка в описании. Ну что же, еще раз всем привет! Продолжаем видеообзор о покупках из магазина Fix Price за месяц сентябрь. Как всегда, начинаю от 99 рублей и иду к уменьшению. Прошу прощения, девочки, кто любит мой подоконник, пока я на подоконнике не снимаю. У нас ведутся там ремонтные работы, и самой стоять у подоконника тоже неприятно, и показывать то, что там работает трактор, КамАЗ, что-то такое, тоже неприятно. Поэтому у меня вот такой будет формат. Давайте начнем. Начну я с новинки. И новинка — это будет новый органайзер для косметики и аксессуаров. Это новинка, которую я видела в группах Fix Price и очень ждала. Посмотрите, как это все выглядит. Здесь 4 отдела. Вот этот отдел повыше, 2 пониже и один уже идет еще ниже. И давайте вот так вот это все выглядит. 99 рублей. Что можно держать? Здесь удобно хранить помады, туши, карандаши и кисти. Вот так это все выглядит. Качественно. Я просто люблю эти органайзеры из магазина Fix Price, так как вообще на сайтах AliExpress они стоят намного дороже, и ждать это тоже проблема. И у меня уже вся коллекция органайзеров из магазина Fix Price. Вот, первая покупка. Далее покупка у меня будет тоже новинка. Это цветные карандаши в пенале с точилкой, здесь 18 штук. И вот так это все выглядит. Стоит 99 рублей, здесь я открывала. Выбрала я вот с таким вот единорогом, таким девчачьим розовым цветом для дочери. Вот здесь имеется точилка. Точилка точит хорошо, я это уже проверила. Пенал такой железный, это не пластмасс, это не картон и не бумага. Вот такие вот карандаши. Они трехгранные. Надеюсь, вам видно. Вот такие вот яркие цвета.
Дочка, когда моя Льюшка увидела эти цвета, очень обрадовалась, потому что во многих наборах карандашей нету многих цветов. И теперь я вам хочу показать свотчи на эти карандаши. Я сделала сводчи. Вот так все это выглядит. Конечно, я это делала быстро-быстро. Карандаши я рекомендую. Они очень мягкие, пигментированные, яркие. И точилка тоже пока неплохо на первый раз точит. Обрадовалась она цвету вот такому, потому что обычно в наборах, повторяюсь, многих цветов нету. А вот такое ощущение, что вот здесь немножко повторяется, и вот эти повторяются как будто, но здесь более такой красный, здесь более с такой рыжевинки. Поэтому рекомендую посмотреть, какие классные сводчи карандашей. Так, далее хочу показать тоже новинки. Новинки в оформлении, хотя это продолжение блокнота Мании. Я не могу тоже все скупить, поэтому в этот раз блокнот антистресс с конфетти за 99 рублей я приобрела только один. Посмотрите, какая красота. Здесь алмазики, камушки. И у меня еще в блокноте не было вот таких вот золотых конфетти. Смотрите, как красиво, приятно. Вот этот цвет очень мне понравился. Сначала, смотря в группах, я хотела и с попугайчиком. Там есть также водопад, но решила, что именно данной категории блокнотов антистресс конфетти с меня хватит. И вот взяла только вот эту с этими, с алмазиками и с золотыми конфетти. Обложка здесь снимается и такие обычные листы. Очень рада коллекции. Далее тоже новинка. Новинка только в обложке. Это вот такой вот блокнот. Посмотрите, какая красота. Для коллекционера блокнотов, как и я. А внутри блокноты те же, что были голубые. Смотрите, как здесь здорово. Очень красиво. А мне запах нравится, вы не представляете. Здесь надо листать, находить самые красивые места. Вот. Эти блокноты я уже показывала. Здесь идет только обложка. Обложка новая. Далее уже идут блокноты, они только в обложке и внутреннем оформлении. Первый блокнот — это «Алиса в стране чудес», «Алиса в зазеркалье». Посмотрите. Красивый блокнот. Мне кажется, многим именно понравится этот блокнот. А здесь можно все прочитать. Идет именно рассказ об Алисе. Немножко пролистаю, потому что это действительно новинка. Я еще ни у кого в обзорах эти блокноты не видела. Смотрите. Вот я вот так пролистаю. Вот. Посмотрите, оформляя блокнот, также можно читать рассказ, сказку про Алису. Вкратце здесь все описано. Вот. Разве не здорово? Все уж я не покажу никак. Такая вот. Надеюсь, вы поняли. Классно. Рекомендую. И далее тоже новинка — еж и кактус. Когда я увидела в группе Fix Price, я влюбилась в ежика. Посмотрите, такой мой любимый зеленый цвет. И
такой милый, мимишный ёжик, даже кактус, хоть и колючий, такой прикольный, ласковый и мимишный. Посмотрите, как здорово здесь внутри. Смотрите, какой кролик. Как живой. Вот такие здесь страницы. Смотрите. Ой, клубничка. Я еще сама не смотрела этот блокнот. Смотрите, здорово как. Вот ежик. Вот он, ежик красивый. Вот еще астронавт. Смотрите, какая красота. Повторяюсь для тех, кто будет спрашивать, зачем я коллекционирую. Ну как не устоять? Я не устаю перед такой красотой. Вообще здорово, здорово. Так, вот эти были покупки по 99 рублей. По 77 рублей у меня покупок нету, идут по 55 рублей. И все-таки я после обзора Жанны, Жанули, если ты меня смотришь, привет. Она не хвалила, конечно, этот гель, но мне кажется, это все индивидуально. Может, Жанне не подошел гель для умывания с экстрактом эдельвейса, маслом миндаля. Вот так вот выглядит. Гель для умывания для сухой кожи. И у меня именно сухая кожа. Густая текстура. Так, давайте вот здесь тоже покажу. Кому-то может интересно. Россия, Республика Татарстан, Казань. Август 2018 года. Так, и я вам быстренько скажу про аромат. Приятный, травяной, свежий и в то же время цветочный аромат. Аромат нравится. Вот попробую. Вот просто 55 рублей, даже не жалко. Мне охота вот протестировать, вам рассказать. Поэтому решила тоже приобрести такую новинку. А гели для умывания наша семья очень любит. Далее тоже я увидела новинку. Может, были давно. Это смесь болгарских перцев. Стоит тоже 55 рублей. Очень я ждала эту смесь. Идеально для вашей кухни. Натуральный вкус. Готовьте с удовольствием. Посмотрите, вот крупинки, видите, да, здесь красный сладкий перец, оранжевый и зеленый. 70 грамм. Давайте состав посмотрим. Для зажарки состав: паприка красная, паприка зеленая. Вот где я оранжевый увидела, я не знаю. Не показалось. Вот. Здорово. Я купила две штуки, и уже сегодня мы уже тушили индейку и применили эту приправу. Дает такой прекрасный вкус, некую сладость, некую приятный аромат, так что рекомендую. Очень хороший натуральный состав, и цена, мне кажется, великолепная, потому что такие приправы стоят у нас в магазинах 70, 90 до 100 рублей. Далее, также продолжается моя диета. Я знаю, что они не полезны, но пока я могу себе только позволить такую сладость. Это конфеты Зула без сахара. И решила я все-таки, что вот такой цитрусовый, мультифруктовый аромат, а здесь именно вкус цитруса мне нравится больше. Вот решила, что мне опять надо. Пока есть. Далее, мои любимые влажные салфетки. По 55 рублей универсальные для очищения и увлажнения кожи на каждый день. Гипоаллергены. Здесь вообще 120 штук. Сохраняет естественный баланс. Это вообще защита. И месяц вообще ничего не будет влажным салфеткам. Извините за
то, что так громко закрыло. И для меня вот эти вот коты голубые самые-самые лучшие. Приятный аромат, приятная отдушка и хорошо впитанные. Хотя эти салфетки все хорошо впитаны, вот здесь именно аромат и отдушка мне нравится. Вот, тоже рекомендую. А далее покупки будут по 50 рублей. Появились у нас новинки. Я видела уже у девчонок. Это вешалки пришивные для одежды. 3 штуки. Посмотрите, это вот так выглядит. Мне кажется, если будет лежать в запасиках. А бывает часто, что какая-то одежда без вешалки. И мне кажется, вот так вот пришить, чем какую-то тряпку, ленту, будет намного лучше. Конечно, думаю, что типа шубы, ну, тяжелые куртки, наверное, вот цепочки, наверное, не выдержат. Ну, не знаю. Вот. Такой наборчик. Так что Химки, Химки, Химки. Да, город Химки, Московская область. Весь товар, который с фикс-прайсом. Далее появилась новинка. Новинка вот такая появилась. Посмотрите, 50 рублей. Гиалурол. Девочки, вот так разворачиваю и не вижу. Эликсир для кожи вокруг глаз. Для интенсивного увлажнения. Объем 50 мл. Гиалуроновая кислота. И давайте, конечно же, состав. Вы можете поставить на паузу. Я потихонечку поднимаю. Конечно, когда тюбик круглый, вот так разворачиваешь, невозможно показать. Вот, и давайте здесь. Я сама еще не открывала. Давайте я открою. Так, вот я открыла. Вот такая вот пипетка. Нет, не пипетка, такой просто кончик. И давайте вот так. Жидкий, наверное, да? Давайте. Давай, давай. Ага, вот. Капелька. Приятные, прям как водичка. С каким приятным ароматом. Мне кажется, сейчас осенью, после лета, после загара. А сейчас уже холодный ветер. Мне кажется, вообще будет здорово. Аромат приятный, легко наносится. Посмотрим, как будет. Не будет ли оставлять эффект маски и будет ли быстро впитываться. Далее, и в комплект, уже не новинка, давнешний уже гель, также решила приобрести я гель. Также интенсивное увлажнение для кожи. Я слышала, что очень хвалят, здесь 50 мл и продается вот так в коробке. Давайте рассмотрим. А здесь уже одинаково. Вот, я хочу пользоваться. Давайте-ка я открою, потому что моя кожа сухая и требует интенсивного увлажнения в несколько раз в дни. Тоже, посмотрите, вот такая текстура, но уже плотная, прозрачная, гелеобразная. И с тающим таким эффектом. Видите, так прям приятно распределяется. Аромат идентичный. Похожий. Поэтому я хочу пробовать. Я буду пробовать. Если будет какой-то нехороший эффект у этой парочки, и не жалко будет выкинуть. Вот такая вот появилась у нас новинка. Далее хочу показать и порекомендовать вот такие вот ручки. Я уже показываю вам не впервые, решила тоже сегодня купить. Синие здесь чернила, так как у меня студент, у меня дочка школьница, и я сама работаю и также пишу. И вот в прошлый раз я покупала вот такой вот оранжевый.
И здесь вот такой вот тоненький стержень. И давайте я вам быстренько покажу, как пишет эта ручка. Мне нравится. Для моей школьницы, второклассницы, вообще ей очень нравится, не пачкает. Вроде и не тонко, и пишет не толсто. Главное, не пачкает. И почерк у нее очень красивый получается именно с этой пастой. Тоже рекомендую. Вот. Обязательно приобретите, все-таки это недорого, 8 ручек. И далее, конечно же, уже в конце быстренько покажу, я приобрела, купила мужу и себе наш любимый Лисма крепкий бергамонт. Вот, на работу. Дома мы уже давно, мы перестали пить такой чай одноразовый, поэтому, а для работы очень-очень удобно. Вот такие были у меня покупки из магазина Fix Price. Очень рада. Я зашла сегодня после ночной смены. Очень удачно. Я хотела блокноты и органайзер. Вот. А теперь давайте приступим к конкурсу. Что же я буду из этого всего разыгрывать? Я вам говорила в начале обзора, что это будет один из призов, который находится, вот который... перед вами в данном пакете. И решила, это будет главный приз, может что-то я добавлю, мелочь, чтобы... Я, кстати, уже приобрела коробку на почте, поэтому конкурс у меня будет, наверное, длиться 1 неделю, да, 7 дней, и потом уже отдельно буду объявлять победителя. И что же у меня может кому-то не понравится, но кто-то обрадуется этому призу. Этот приз будет вот такой вот органайзер. Органайзеры я купила 2 штуки. Конечно, 1 для себя, а 1 для моих красавиц, красоток, для моих подписчиц, которые тоже, как и я, любят косметику, удобную, красивую организацию в шкафу, в туалетном столике. Мне кажется, вы будете рады этому подарку. Вот, ну, конечно же, рядом обязательно что-то будет легкое, что-то обязательно я положу. Но это я уже покажу уже, когда будут результаты конкурса. Вот такой вот у меня приз. Надеюсь, вы будете этому призу очень рады, потому что не у всех есть магазин Fix Price. И условия. Условия, конечно же, быть подписчиком моей из России. У меня пока таких средств отправлять за границу или где-то через таможню пока нету. К сожалению, может в будущем, когда мой канал будет развиваться, подписчики будут расти, просмотры увеличатся, может, у меня будет такая возможность подписчикам из России поставить лайк именно данному обзору и обязательное условие сделать репост ВКонтакте. К сожалению, Одноклассника у меня теперь уже нету, он как бы есть, висит, но я не могу туда зайти, я вообще не помню и не пароль, и не логин. Только через ВКонтакте, к сожалению, так, поэтому будут многие спрашивать через ВКонтакте. Сделать репост на странице и также в комментариях сделать ссылку на репост. Ну, также, конечно же, написать хотя бы, как вас зовут и откуда вы. И любите ли вы Fix Price? Вот такие условия, которые я обязательно перечислю в инфобоксе в описании. Может, я быстро говорила, может, кто-то не понял. Подписывайтесь на мой канал, мои дорогие девочки, мальчики. Вот. Поддерживайте меня, обязательно будут интересные обзоры. Конечно, не только Fix Price. Канал мой не о Fix Price, а о разном. Всем пока, до новых встреч, пока-пока!